холодно вообще. Да, продрогла я вся. Пойду погреюсь. На теплое место, если должно чуть-чуть нагреваться. Что-то нет. Видите? Чем греть? А, вентилятор. Холодно прям. Сегодня с теми же колечками. Вообще холодно, холодно. Я сейчас буду пахать участок. Поэтому я посижу здесь. Я что-то прям вообще совсем-совсем замерзла. Не хочу как-то там сидеть что-то. Что-то совсем холодрыга какая-то. Даже выходить. Так, в общем, что я тут могу? А, сейчас я буду переодеваться в костюм, чуть теплую, потом пойдем с мамой в теплицу. А, вот. А я как обычно топим, джинсы. Давайте уже как по традиции. Сейчас Саша будет показывать свой лук. Вот такой. На сегодня лук. Черный. Красный мой. Фиолетовый. И голубой. Лук. Какой вы хотите? Ну, это, я уже говоря, перепахиваю чуть-чуть. Сейчас покажу вам чуть-чуть. Там, короче, вам ничего не видно. Окна все засвечивают. Спасибо. Ничего не видно. Ну, там уже допахиваю поле. Вот. О, все. Видите? Хоп, все перепахали. А я иду переодеваться, чтобы помогать маме. Сейчас будем 3 дня учиться, а потом снова будут выходные. Сегодня нам тренировку не надо, потому что сегодня выходной. Ой. Вставлю, короче, вам сейчас после вот этого вот отрывочка вставлю видео со вчерашнего дня. Вот. Ну а что, добро пропадать. Я вам чуть-чуть рассказала, что я делала. Вот сейчас у меня тут такие штаны. Я в них раньше ходила, ну как, этой зимой и прошлой зимой ходила на улице. А теперь буду ходить здесь в них. Потому что сегодня вообще прям холодрыга такая, что реально хочется зимнюю куртку одеть. Вот. И вот это вот свитшот. В этом свитшоте я... Ой, вы сейчас чуть не упали. Смотрите, это такой свитшот, такой, он как бы не особо громоздкий, он его размером, ну, по сравнению с тем, в чем я сейчас, как бы выглядит немножко громко, да, ну, хотя эта кофта, она больше, наверное, размер на 2, но не важно. И вот такие вот штаны, у меня здесь штаны не сильно маленькие, потому что они немножко... 52, 158, я уже, наверное, 158, 164 ношу. Короче, на размер больше. Так, мне не нравится, когда у меня прическа, но ничего страшного. Сегодня вроде стараемся поменьше. Я хочу, блин, уже скорее снять для вас видео. Надеюсь, сегодня, если я сейчас все сделаю вовремя, то я сниму для вас как бы видео. Там будет как бы не будет распаковки, но это будет называться видео распаковочка мою новую рубочку.
Выложу его, наверное, тоже скоро. Вот. Поэтому ждите. А я буду сейчас переодеваться, переоденусь и к вам вернусь. У меня еще курточка будет. Короче, все сейчас покажу вам. А пока что смотрите на вчерашнее видео. В общем-то, я только недавно сходила в душ. Вот. Сейчас у нас уже вечер, мы уже вернулись с дачи. А, что могу вам сказать? Сейчас буду сидеть, смотреть сериальчики. У меня тут куча всяких закусочек. Водичка. Закусочек. Чему? Ну, да, вкусняшек. И я буду сидеть, смотреть какой-нибудь фильм. Поставлю этот телефончик на подставочку свою чудесную. Так. Опа. И буду смотреть какой-нибудь сериальчик. Вот, вернусь завтра уже. Завтра снова поедем на дачу. Мне нужно будет сделать чуть-чуть домашки. Ой. Да, тут. И потом уже вернусь. Ой. Ставлю это. Не знаю, когда это выйдет, но. Да, не важно. Что я могу еще рассказать? Забрала я сегодня кое-что для нового видео. Переживайте, для рубрика скоро выйдет уже, надеюсь, очень сильно. Вот. Здесь такие у меня колечки тут есть. Тут еще такой, который я сама делала. Вот такой вот, который я на даче нашла свою. И вот такое. Есть еще там несколько колечек, ну, потом покажу где-нибудь. Вот. Смотрите, у меня тут, короче, есть такая подвесочка. Опа. Вот такая красивая. Все, уже не знаю, о чем вам еще рассказать. Проблема в том, что я возвращаюсь домой, и у меня начинается как будто кашлять. Как будто я начинаю больше кашлять. Я не знаю, из-за чего это, но вот. Надеюсь, уже скоро сделаю ноготочки себе. Хочу маме сказать, что она мне записала. Число, наверное, 19-е. И не знаю. Не знаю, что вам еще сказать. Мне кажется, я через слово это говорю. Так. Берем обратно мешочек. Так. Ну все. А, кстати, я думала, что мне книжки пораньше придут, купила закладочки, потом теперь в закладочках, закладочками, может быть, буду отмечать, там места какие-то интересные, но вообще я их читаю очень достаточно быстро, поэтому помечать не удается. Вот. А, ну все. Я вам все рассказала. Завтра снова сниму видео какое-нибудь. Вот. Ну, сейчас больше ничего интересного нет. Если появится, если еще что-нибудь интересное появится, так скажем, то я вернусь. Короче, переодеваем. Одеваем свитшот. Да, я не буду переодевать топ, а зачем? В принципе. Очень холодно, поэтому не буду переодевать. Топ уже не переодел. Как вам этот свитшот? Качество у него, конечно, зашибенское, такое приятное. Вот. Сейчас переодену еще штаны. Не такие же по материалу. Ужасно. Ой. Чудесные. Прекрасные. Ужасно хорошие, хотела сказать. Вот. Сейчас переоденусь и вернусь. Не обращайте внимания. Короче, я переоделась. Все.
Доктор Бесталия. Я очень люблю такие что-то мне что-то не зашло. С этими штанами вообще что-то как-то. Не знаю, да. Что-то так одеваться, но тут приходится. Сын пойдет на работу, с мамой работает. И холодно, поэтому я одену такой себе дачный лук. Я только прийти сниму, что уберу. Вместе как-то куртка, это, конечно, к этому все что-то вообще не идет. Часов все лучше, чтобы не маловать. Что спрашивают? Все, пошло.